Олег, а что вы сейчас делаете здесь? Мы ищем вертолетную площадку альтернативную для того, чтобы вертолет туда сносил все наши артефакты и потом лебедочкой загружал уже внутрь. Чтобы здесь, во-первых, не испоганить метеорологам всю их площадку, а во-вторых, чтобы побольше она была. А скажите, а был же, по-моему, приказ, что придет баржа, и мы на барже все отвезем в Анадырь. Как бы было уже такое решение, насколько я помню. Баржа, может, придет, только неизвестно когда, неизвестно какая, и неизвестно, дойдет ли. И неизвестно, возьмет ли то, что нам надо вывезти. Поэтому я думаю, что баржу надо в душе отменить уже.